Политика и бизнесмена Василия Попова задержали правоохранительные органы Финляндии. Напомню, он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с муниципальным имуществом. По этому же делу проходит его супруга Анастасия Кравчук, директор сети магазинов «Линторг» Александра Корнилова и депутат Петросовета Ольга Залецкая. По версии следствия, объектом махинации стало помещение муниципального предприятия «Петропит» и земельного участка под ними, которые были куплены Анастасией Кравчук по заниженной стоимости, чем бюджету города был нанесен ущерб в 10 с лишним миллионов рублей. Следствие по этому делу уже завершено. Поскольку Василий Попов уехал за границу и обратно не вернулся, его объявили в международный розыск. Обвинение ему было предъявлено заочно, и таким же образом выбрана мера пресечения – арест. Эту ночь Василий Попов провел в следственном изоляторе. Затем его отпустили под подписку о невыезде. В течение 30 дней Генеральная прокуратура России должна направить в Финляндию пакет документов об экстрадиции Василия Попова на родину.